Татарстане продолжается строительство Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери. С самого начала этих проектов активную роль в их реализации играл Казанский федеральный университет. А недавно ВУЗ присоединился к благотворительной акции, инициированной президентом республики Рустамом Минихановым. Принять в ней участие и перевести деньги на счет проектов может каждый. Реквизиты фонда возрождения представлены на сайте организации. Речь идет на сегодняшний день о том, что Казанский федеральный университет поддержал эту инициативу, и мой заработок был и будет перечислен на счета ресурсного фонда возрождения. Но еще раз говорю, эта акция не может быть только разовой. Есть возможность на протяжении достаточно большого времени жертвовать определенные суммы. Напомним, Болгарская исламская академия – это первое учебное заведение в России, в котором будет вестись углубленная подготовка магистров, докторантов и аспирантов в области коранических наук. А собор Казанской иконы Божьей Матери когда-то сыграл значительную роль в становлении всей русской православной цивилизации. Поэтому его воссоздание – действительно значимый проект для духовной жизни республики. Диана Вакян, Универньюз.